Плохо, что нельзя шапку забрать. Они, короче, по очереди, да? Ребята, это удар. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Радекс, Мистер Ликс, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем доброго времени суток. Ребятушки, давно у нас не было классной рубрики, самая топовая на моем канале, аниматроники пугают охранника. Но сегодня будет два аниматроника и два охранника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, я захожу. Я там посидел, выждал немножко. Да ё-моё, ты чё хочешь? Минус 50 хп в реальной жизни. Дураки, но вы сильно пугаете нас. Вот это не жестко. Я успел. Отлично. Тащим. Видите, ребята, вот ключик у нас есть. Мы можем пойти этим ключиком до кнопки туда. И заполнить там энергию назад. Так что если у нас будет уже садиться энергия, мы сразу побежим. С двух сторон. Вообще мощная. Так стоит. С этой стороны можно открывать, никого нету. Отлично. Ух, слава богу, хоть немножко дает нам подышать. Прям сильно. Я нажал кнопку. Ребята, напишите в комментариях, успел я нажать кнопку или нет. Может, он нечестно меня убил? Во. Ты смотри, какая морда. У тебя жопа, получается, не пролазит. Да. Эй, ты че нам тут свои жопы суешь? Пришел серенький волчок и укусит за бочок. Открывай с этой стороны. Успею, ребята. Я должен успеть. О, у нас свет включен, надо свет отключить. А энергия же просто. А, он там? Он там? Не знаю. Ну-ка, что показывает. Ну, подожди, я посмотрю. Так, никого нету, да, можно открывать. Нет, тут, да. Я вот лучше сюда поставлю. Тихо. Дурачки, что ли? А мне не увидел. Ой-ой. А! Я успел нажать кнопку. Энергия не пополнилась. Надо с ключом идти. Вот ключ лежит. Хорошо. О, пей ты его, хорош. Тут лазит, нам полы вымазывает. Ими ногами грязными. Тихо. А? Хорошо. Будет хорошо. О. Пополнилось. Я успел. Все, ребята, у нас полная энергия. Они, видите, два аниматроника не рассчитали. Кстати, надо опять нажать кнопку, и энергия будет садиться. Пока если энергия не садится у нас сейчас бесконечно. Ну да, все на месте стоит. Давай, закрывай дверь. Ой, извини. Извини, я не хотел тебя убить. Все отлично. Все, не открываем двери, просто выживаем. Психует очень сильно. Давайте камеру поклацаем. Так, это у нас левая с этой стороны. Ой, нет. А ты, блин, нажал, а? Ну хорошо, я запомню твою физиономию. Вот это, кстати, у него злой режим. Видите, какие у него глаза прям стрёмные вообще. Так, пошел вон отсюда. Посмотри, это, кстати, очень быстро взял аниматроника. Он нереально быстро. Видишь, мы по камерам теперь видим, кто где идет. Ой, сейчас минутку. Давайте с этой стороны. Отлично. Стоит и смотрит в камеру, представляете, какой? Ждет, чтоб мы двери открыли, но я двери открывать не буду. Опа, обиден, не обижайся. Все, иди на зарядку. Его нету. Давай еще раз поклацаем с этой стороны. О, телефон, нету. Алло. Вот это мой фонарик, кстати, смотрите, просвечивается на камере. Да я успел нажать двери! Ну я успел! Ну как так-то? Ну что ты делаешь? Я же успеваю! Хорошо. Пришел с правой стороны. Вот это быстрый. Ты че, Супермен? Ой, их там двое. С левой стороны открывай, никого нету, отлично. Давайте это отключим сразу. С этой стороны, если будет кто-то идти, мы увидим. Я скажу, когда закрывать двери с левой стороны.
я правильно кнопку держу, а то мало ли сейчас кто-то будет. Мы проиграем вдвоем тогда. Это мгновенная смерть. Пришел, пришел. Я увидел тень его. Я увидел. Невидимки был. Так, 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 так. Сейчас мы что-то придумаем. Получается, этот ключ не нужен. А для чего этот ключ вообще туда? Чтобы так, по приколу. Может, комнату какую-то секретную открыть там, да? Не, это чтобы это... Вам до генератора попасть. Mm-hmm. Ой-ой-ой-ой-ой. Молодец, молодец, что закрыл. Давайте с этой стороны посмотрим. О. Я генерал, я завел нам энергию. Посмотри, там полная энергия. Да, да, да. Я опять завел ее. Это угар, ребята. О, посмотрите, смотрите, что делается. Да, блин. Идет, 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 идет. Блин, такая страшная, у нее ноги прям блестящие. А ты меня не видел под столом, что ли? Это прикол. Я, короче, под столом там сидел и включал энергию. Он выключает, а я включаю. Главное, что, ребята, у нас опять энергия полная. И все. Ну все, давайте теперь мы заводить не будем. Попытаемся прожить максимально долго. Ты что здесь делаешь? Ушел, а щенок вонючий. Быстро говорю, Ушел, отлично, отлично. Да пошел вон отсюда, щенок. Какой-то вонючий тень. Хорошо, все, ничего не говорю. Блин, я их боюсь теперь, он тут может появиться в любой момент. Ой, блин, извини. Хорошо, хорошо. Давай, вылазь, тебе будут по башке бить. Энергия садится. Давайте поклацаем камеры здесь. Эй, ты чё орёшь? Правой нету. Здесь нету. Здесь нет. Здесь нет. Открываем, короче, двери. Будем сейчас открывать двери с тобой. Угу. Всё, мы открыли двери. Ну что, давайте. Дверь открыть. Да я пошутил, аж махал тебе. Нет, не надо открывать. Ты не понял? Я не понял. Надо было договориться с твоими жестами. Если я махаю нет и говорю открывать двери, значит не открывай. Да, да, да. Что с тобой? А, я думал, ты заглючил. Оверлы. У меня просто оверлы все время включаются, не выключаются. Бывает, бывает. Ну и что ты тут глаза свои вонючие выпучил? Я ушел. Отлично. Открываем дверь. Я если что успею. Так, 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 никого не вижу. Все хорошо. Какие-то звуки стрёмные. Да я же успел опять. Смотрите, я даже дверь его убил. Я просто... Да что за аниматроники бьют на расстоянии, вонючие? Все, опять смотрим. Видели, как насколько быстро я дверь научился закрывать? Просто за доли секунду. Ну, конечно, взял очень быстрого аниматроника. Опа, 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 опа. Идет, я лучше закрою, потому что знаю, маринетка может в любой момент очень быстро начать идти. Смотрите, голову... А, это маску в руках держит. Mm-hmm. Стремная, стремная. У нее маска как-то через стенку проходит немножко. Она, короче, нам кланяется. Представляете, насколько уважает нас аниматроник? Mm-hmm. Кланяется. Покланяйся, покланяйся. На колени. Так, давайте здесь поклацаем камеры. Нету. Мы можем открывать с правой стороны. Да я махаю нет опять тебе. Да, блин. Я тебе уже говорил, нельзя так делать. Ребята, угарная серия. Надеюсь, наши ролики поднимают вам настроение. И вы не забудете поставить лайкосик и подписаться. Это очень важно. О, ля кто ездит. А я не могу телефон взять? You should not pass. Руки засунь свои, галимые. Да. Открываем. Отлично, отлично. Так, энергии у нас еще хватает, все хорошо. Так, ну блин, да я не успел. А вот тут я не успел. Это просто, он такой быстрый.
что он стрёмный. А где еще один? Эй, вы щенки, что ты мне сделаешь? Что, давай, иди сюда, давай. Кто, давай, кто быстрее, ты или я? А, успел, я успел. Блин, на помп меня взял, я думал, он все-таки побежит быстро. Это как дуэль у нас, ковбоев. Только охранник аниматроника, он успеет добежать, я должен успеть закрыть двери. Я таки смог. Отлично. Идет. Я успел. Отлично. Ну что, я быстрее. Засунь свои руки назад. Иди. Все нам двери уже выпачкали своими руками металлическими. Так, здесь у нас тишина. Там стоит аниматроник. Он зашел. Отвали. О, нет. Блин, это тень была. Жестко замочил нас. Так, у нас энергии еще половина. Надо пытаться двери как-то открывать и выживать. Так, никого нету, все, стою. Ты давай слева, а я с правой. Выглядываю в коридор. Угу. Там. Успевать будем я в любом так... случае. Ай-яй-яй-яй. Закрывай. Да ну, дверь же закрылась, а. Что за читерские аниматроники нам попадаются, а? Отлично. Выживаем дальше. Какая тишина сразу. Ты, наверное, думаешь, двери лучше не открывай, да? Чтоб не сливаться. Прям сильно нащимят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не успел. Ну это было эпично. Ладно, я не буду заводить больше. Блин, это мощно было. Что, своего убью? Давай, иди отсюда. Лосось вонючий, карась нагатый. Я, короче, сейчас включу энергию. 3, 2, ой. Блин, он догадался, что я не там. А что на столе стоишь грязными ногами? Ой. Мы же там кушаем. Да я залезу. Смотри. Застрял. А я не могу так убить. Убил. Ой. Эй, карась. Ой, извини. Давай. Эй, молодец. Ау. Эй, отвали. Я говорю, не мешайте нам. Эй. Нам экран запачкали. Вот это жесть. Все, улетел. Сразу понял, что я сейчас замочу. Так, все, ребята, пол энергии села. Вот это она садится, ну нереально быстро. Просто вообще улетает. А. Вот так ты, значит, заговорил, да? Хорошо. Ладно, все, не буду убивать. Эй, хватит тут летающий гусь. Давай, выйди отсюда. Они уже думают, зачем мы связались. Охранники разозлились очень. Ну что, сейчас вот сядет энергия, смотрите. Это она улетает. Просто тает на глазах. Нет, не могу убить, так не могу. Очень хочется. Смотрите, как они злятся. Так они, наоборот, должны радоваться, что у нас энергия садится. Все, села энергия. Где? Так, встал. А если я на правую кнопку нажму, что будет? А ну-ка, отойди от угла. Ой, блин, не хотел. Ого, пятно осталось. Я вот так сделаю. Ой, а ты тут куда? Ай! Так, садится. Так, хватит тут свои шапки подбирать. Используют анимацию, ребята, чтобы к нам зайти сюда. Так, может, это красная черта будет? И энергия садится. Ну, еще один. Ты смотри, вы поломались тут все. Энергия садится у нас, а они ломаются. Да. У них аккумуляторы не рассчитаны на такое длительное время. Так, смотри, я. Так, садится. Сейчас второй забирает будет шапку тоже. Смотрите, что делает. Плохо, что нельзя шапку забрать. Они, короче, по очереди, да? Ребята, это удар. Давайте вставать. Еще анимация так. О, привет. Да, одновременно. Все, сейчас смотрю. 5 секунд осталось до конца энергии. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Пуск. Нет, не села. Еще внизу там. Не, внизу не будет идти, оно до конца стола обычно доходит и все. Ну да, это, наверное, просто линия. Все, все. Ай, блин, мы сразу убили. Я так скрутился жопой вверх. Вот это раскрутило. Короче, по сегодняшним выводам можно сделать, что аниматроники выиграли охранников, так как мы очень сильно сливались, и даже они нас много раз обманывали. Если понравилась эта серия и эта крутая рубрика, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!